Вы, ну, мы уже говорили, да, вот это чисто удержание, да, это вот что-то сродни, когда я показывал, когда вы черепаху садитесь и растягиваете, да, то есть вы можете контролировать корпус, но атаковать вы отсюда вряд ли сможете. Это фигня, вы даже не удержите так никого, да, он просто сползет сейчас и вылезет отсюда, да. Поэтому основной атакующий у нас захват и контроль – это вот ремень безопасности, да. Соответственно, эта рука у нас помогает, эта рука атакует. Как правило, да, ну, такая фишка есть, да, перекрывайте атакующую руку вспомогательной, потому что когда он будет, возможно, он в порыве там страсти начнет защищать вспомогательную руку, и вы как бы атакующий сможете беспрепятственно залезть глубоко. Ну, это так, мелочи, да. Значит, что мы можем сделать? Сейчас три варианта посмотрим. Это первое, обычный удушающий с двумя отворотами, то есть одна рука заходит глубже, другая рука остается на отвороте. Вы вот этот отворот натягиваете и этой рукой душите, да, вот этим отворотом. Главное, как бы не оттопыривайте свой локоть, то есть локоть все время прижимаете. Ну, понятно, что он будет пытаться ваш локоть как бы открывать и тянуть сюда, и как можно, ну, по возможности там вылезти отсюда, да. Соответственно, вы свой локоть прижимаете, да, к вниз, да. Вот, ну, соответственно, душу. Второй вариант, тот же самый отворот. Опять же, да, захват надо глубоко заправить. То есть, возможно, вы будете себе помогать. То есть, раз, подтянули, вытянули, так глубже залезли. Потому что если вот здесь вот вы будете держать, это, ну, сложно будет задушить. Второй вариант, такой же захват, но рука уходит у нас как бы из подмышки вот сюда за голову, да? Вот. И третий вариант такой, ну, который больше телодвижений требует, это вот как раз лук и стрелы. А, у вас тот же самый отворот есть, да? Что вы делаете отсюда, да? Вы делаете сейчас шаги ногами. Этой ногой левой вы вышагиваете отсюда, разворачиваетесь, правой наоборот зашагиваете глубже. То есть как бы поперек его тела, да, ногу свою кладете. Ловите штанину или там под колено, ну, при наличии штанов проще штанину поймать. И просто начинаете натягивать как лук его. Ну и можно здесь накинуть ногу, либо скрестить ноги просто, да, чтобы контролировать лучше на плечо, либо руку вот эту вот изолировать, отключить, да, ногой своей. И здесь натягиваете. Вот. Соответственно, ну, дальше вам просто надо научиться из разных положений это делать. То есть, допустим, мы из этого положения, вот у меня есть здесь вот отворот, да, я могу сразу штанину как бы прихватить, там, подползти сюда, да, заправить ногу, сделать, да, там, или переставить ногу заранее. То, что вы делаете, да, выход за спину. Раз, только здесь отворот. Никто не мешает вам вместо сидбелта сразу отворот брать в такой позиции, да? И также там, ну, второй рукой, я не знаю, что-то еще брать, чтобы, если вы хотите держаться за что-то, да? Либо себя, либо его, либо вот этот отворот брать. Никто вам этого не мешает делать. И здесь раз, перешагнули, взяли штанину, и уже когда садитесь, вы эту ногу накидываете, делаете, да? А можно еще быстренько, да, просто вылезти. Это да, я по-моему, показывал в прошлый раз. Да, если у вас получилось, но это как бы не выход за спину, то есть для него это проблема. Вот для Сани, если так говорить, нахожу пребывание вот в этом положении, оно, ну, это как бы не очень хорошо, да? То есть, по большому счету, он отсюда, зачем он сюда пошел, да? За тем, чтобы уйти из удержания моего. То есть он попробовал там ко мне развернуться, не получилось. Попробовал туда-сюда дернуться, не получилось. То есть он должен либо отсюда быстренько произвести какие-то действия, то есть восстановить, попробовать гард. Пробуй, Саня. Да, вот зачем он пошел сюда, да? Не для того, чтобы лежать на боку и ждать, пока я его задушу отсюда или спину соберу, да? Либо там, может, пойдет черепаху там сейчас. Опять же, да, в черепаху он тоже просто, ну, не надо уходить в черепаху и сидеть там, это вот легко касается. Потому что в любом случае вы из черепахи схватку не выиграете. Вот. То есть он ушел в черепаху для того, чтобы, там, допустим, ну, прихватить мою ногу, пойти в ноги мне, да, уходить.
раз, да, там, уронил меня, ушел из сайт-контроля, да, вот. Поэтому в противном случае, если, ну, лежать здесь не надо, то есть надо что-то делать, в крайнем случае возвращаетесь обратно на спину, лежите, защищайтесь там от сайт-контроля, да. Поэтому отсюда, в принципе, да, я могу не сбирать спину, если у меня есть возможность. Я могу просто взять отворот, там, взять штанину и вот так вот там сдушить его. Ну, как бы я могу и отсюда и рычаг локти сделать. Раз там, вот у меня, да, оп. То есть, небезопасное положение для него. Но мы именно говорили, это тоже можете пробовать. Но именно говорили о удушающейся спины, да? То есть, когда уже бэкмаунт собрали, чтобы тот, кто со спиной сидит, знал, что делать. Ну, а защита как бы у вас одна и та же. То есть, когда вас уже душат, и у вас там звезды в глазах, уже поздно защищаться, да? То есть, даже вот сейчас, да, как бы в чем прикол? То есть, отпусти, Сань. То есть, я должен, по идее, бежать за рукой своего, да? Если вас душат, там, выделил мне отворот вот этот, то есть он меня сейчас душит вот этой рукой, тянет вот туда. Соответственно, да, ну, я сейчас должен просто брать, крутиться туда этой рукой, да? Но, как бы, возможно, в процессе у меня получится, там, как бы, точнее как, если я защищаюсь и еще смогу в этот момент, защищаясь, избавиться от его ног, это хорошо, я, скорее всего, выйду оттуда, да? Но, возможно, у меня не получится даже крутиться, потому что я упаду на бок. Вот, смотрите. То есть, если он хорошо меня взял, я начинаю крутиться этой рукой, и вот здесь вот, возможно, закончится мое вращение. То есть, как мы придем в положение, про которое я говорил. Он хорошо стоит здесь, видите, у него локоть, плечо. И дальше у меня уже, может, не получится никуда бежать. То есть, ну, то, что вы уже влезли туда. Соответственно, а так, в принципе, защита, да, если вы, ну, первоначально, да, как мы и говорили, вот он раз, вот от этой руки вообще надо защищаться изначально, да, даже если она вот здесь вот просто зацеплена в замок, да, вы должны вот эту руку, вот эта рука вас не сильно беспокоит, да, а вот эту руку, от нее надо защищаться, то есть ее надо оттягивать, вставлять подбородок, ползать, да, ну, сейчас у него, там, не знаю, можете себе лицо ее положить, если вам не жалко свое лицо, он ваше лицо не задушит, как бы. Вот отсюда, чтобы ему вас задушить, ему надо снова как бы подлезть под вас, подтянуть, да, там. Да, здесь уже я руку вставил сейчас, и опять сполз, да, то есть, ну, вот, когда вас уже совсем, вы засыпаете, там, бежать надо вот сюда, то есть, когда вас уже душат, бежать надо вот сюда, да. Если у меня получится, в процессе бега моего, там, вот так вот сделать, да, то я выведу. Не получится, значит не выведу. Вас, да. А вот защищаться именно руку оттягивать так, или можно ее, ну, свою туда пытаться засунуть? Да можно, конечно. Нет, это все, что ты туда можешь засунуть, это все хорошо. Это... Но вопрос там, что-то сможешь ли ты туда что-то засунуть? Ну, да. Если я, конечно, засунул, но, не, ну вопрос, да, там, может так получиться, что он тебе там руку, значит, ну, ты... здесь может больно стать, как бы, в твоей руке. Ну, в каком-то определенном. Не, просто. Не, если ты сюда засунешь руки, то тут вот в идеале, да, если ты засунешь руки, вот получится. Захват, который не, ну, не атакующий. Если у тебя получится это сделать. Ну, еще мне один смотрит. Здесь? Ну, да. Ну, здесь-то можно, да. То есть. Вот. Бля. А прикол с Вовендейру с этим. С лукострелами, что вы как бы. Я, во-первых, ему не даю бежать туда, да, то есть я его как бы все время тяну, ну, вот я его ногу держу здесь, то есть беги туда, а я ему не даю бежать, да, то есть вот проблемка, вот, поэтому, опять же, да, не давайте брать, ну, вот это надо все отслеживать, как вашу ногу там прихватывают, то есть отрывать там этот захват надо, вот, но лучше не залезать туда, не отдавать все. Такие дела, да? Все, работайте. Давайте еще.